Начался прием заявок на премию «Студент года 2022», сообщает в телеграм-канале промышленного района Самары. Конкурсантов ждут 13 номинаций и 3 этапа. Заполнить анкету, приложить свое портфолио и узнать больше о конкурсе можно на обновленном сайте studentgoda63.ru. Заявку необходимо отправить до 27 сентября включительно. Свои вопросы можно оставлять в личных сообщениях группы «Студент года» во ВКонтакте. В Ленинском районе Самары в 148-й школе проводятся тренировки по волейболу, говорится в телеграм-канале районной администрации. Занятия ведет профессиональный тренер. В секцию можно прийти, если вам от 8 до 35 лет. Игровые тренировки проводятся в понедельник, среду и пятницу с 14:30 до 16 часов по адресу Коммунистическая, 25. Записаться помогут по телефону 339-27-48. В Самаре заработало собственное мобильное приложение единого оператора электронного проездного «Объединенная транспортная карта». Специалисты отмечают, главным его преимуществом является возможность мгновенного пополнения социальной и всех видов транспортных карт при помощи NFC-модуля. Это займет около минуты. Теперь не придется стоять в очередях в кассу или дополнительно активировать платеж после отложенного онлайн-пополнения. Уточнить информацию, задать все интересующие вопросы единому оператору можно в рабочее время по телефону 8 929 707 61 38. В телеграм-канале Красноглинского района Самары рассказывают, как предприниматели могут арендовать у государства участок для развития бизнеса. И напоминают, для предприятий, налаживающих производство импортозамещающей продукции, предусмотрен упрощенный порядок аренды и рассмотрение документов по максимально сжатые сроки. Дополнительную информацию можно найти в инфокарточках и на сайте, ссылка которого на экране.